давно и мечта была, как с кочкой, например, болотной кочки есть у нас очень много. С него делали раньше манки наши предки, и можно, раз манки делать, что-то надо, может делать. Но потом мы привезли материал, и уже начали, и оказывается, очень хороший материал, который для цветочных дизайнеров, украшения площадей, везде можно использовать. И она, самое главное, разница в том, что ледовая фигура, она круглый год всю, стоять, зимой может превратиться в ледовую скульптуру, его если водой брызгать, а летом будет цветочный сад, как бы будет. Она может все зарастать цветой, цветами. Сейчас мы поставили вот цветы, триколор, как бы медведь бурый, поэтому она, цвет все сходится, поэтому начали вот медведя, нашего символа России. Ну и триколор там цветы мы ему дали, чтобы держало, ну как бы дух понимал, российский дух. Ну такую скульптуру мы сделали за 3 дня. Один день мы сделали основу, а потом 2 дня уже мы сделали этот фигуры. Ну помогал, конечно, мастер высокого класса, это Савин Егор, который ледовой скульптурой занимается, мастер. И поэтому мы смогли вот такую хорошую скульптуру за 2 дня сделать. Но мы покопались в интернете, в сайтах покопались, чтобы ну, до нас кто-то сделал или нет. Оказывается, никто не сделал в мире, поэтому мы, россияне, впервые вот делали из болотной кочки вот такую классную фигуру. И начинаем нашим мастерам вызов, как бы можно сделать еще лучше, состязаться, соревноваться и сделать наш город, наши площади красивее.